Денежные средства, выделенные на строительство школ, сокращены. О необходимости оптимизации расходов на строительство 300 школ говорят депутаты областного маслихата. По словам Пернебека Раимбека, 2 года назад из бюджета было выделено примерно 450 миллионов тенге на каждый объект образования. С каждой школы были сокращены порядка 40 миллионов тенге. Не согласны с этим множеством, 4 подрядчика из 15 до сих пор судятся. Они требуют возмещения убытков. Такого беспредела не было ни в одной области в республике. У нас есть пожелание, чтобы новое руководство управления строительства не допускало таких противозаконных действий. Депутаты обеспокоены, смогут ли подрядная организация освоить выделенные бюджетные деньги до конца года. Согласно отчету областного управления строительства, начатые в 2012 и 2013 годах по 141 объекту, работа продолжится, и они до конца должны освоить деньги. А 70 объектов переходящие. На бумаге указано освоение составит 99,6%. Успеет ли? Наше управление старается, чтобы трансферты сразу же поступали в районы, а районные акиматы должны проследить освоение бюджетных денег. Ответственность за каждую тиин ложится на них. Если деньги, выделенные на строительство, не будут освоены полностью, их возвратят в республиканскую казну.